Столкновение двух иномарок на проспекте Столетия. По счастливой случайности в аварии никто не пострадал. Столкновение автомобилей Mitsubishi Colt и Nissan Tiida произошло на повороте к улице Бородинской. По словам хозяйки Ниссана, она намеревалась выехать на проспект Столетия и уже выбирала нужную траекторию для маневра, как вдруг увидела летящий прямо на нее Mitsubishi Colt. Я не знаю, как он ехал. То есть мы выезжали оттуда, хотели повернуть направо, на центральную дорогу. Но услышали скрежет, как он начал тормозить и как его начало заносить, и он сюда вылетел. Все. Больше ничего. Родителям не говорили? Но он сказал, что он не справился с управлением или просмотрел поворот или еще что-то. То есть вот так. Водитель Mitsubishi посетовал, что попросту не справился с управлением. Высокая скорость иномарки и неровности на проезжей части сделали свое дело. Машину понесло на придорожное ограждение. Вовремя затормозить мужчина не сумел, а потому на полном ходу столкнулся с Ниссаном. Разбитый автомобиль лишился способности передвигаться самостоятельно из-за поврежденного переднего левого колеса. В ходе разбирательства выяснилось, что автовладельцы в момент ДТП ехали с пассажирами. По счастливой случайности люди не пострадали. Повреждения у автомобиля серьезные, оба покинут место на эвакуаторе. Ну, в ДТП, слава богу, никто не пострадал, хотя оба автолюбителя двигались с маленькими детьми. То есть, к счастью, все были пристегнуты, находились в специальных удерживающих креслах. То есть дети не пострадали, только испугались немного и все. Весь понесенный ущерб носит исключительно материальный характер. Чтобы покинуть место ДТП, оба водителя прибегли к помощи эвакуатора.